Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить Снайпер Элит 4. Так, ну что у нас здесь за задание есть рядышком? Я вижу только одно. Разрушьте орудие на ЖД-платформе. Но также есть немецкие контрольные пункты. Обеспечить безопасность контрольной точки. Так. Ну хорошо, пойдемте сделаем с вами вот эти вот мелкие задания. Попробуем, получится у нас это или нет. Что такое? Так, подожди, я хоть правильно иду-то? Ну, в принципе, да, правильно. Как-то вот так надо. Тихо, тихо, не надо тут буянить, пожалуйста, мне. Опять тут какой-то генератор работает. Так, а нам сюда что ли не перепрыгнуть? А, здесь спуск есть. Ладно, давайте здесь вот так спустим. Опа-на. Так, тихо, ребята. Ха-ха-ха, я вижу олуха, который хочет пулю в лоб. Черт. Интересно, попал, нет? Просто легкое пробило, ну да и все. Делов, как говорится, на копейку. Так, и где-то здесь еще у нас чувачок находится. Я его пока не вижу. Но я точно знаю, что он где-то там. Так, он там куда-то побежал, по ходу дела. Он что, наверное, он на самом верху, на горе. Почему-то мне так кажется. Хотя я могу и ошибаться. Ладно, ребята, у нас главное вот цель. И нам нужно до нее добраться. Каким макаром ума пока не приложу, вроде бы вот эта вот дорожка. Только не говорите, что здесь... Блин, мины. Неужели тут все заминировано, а? И как мне их можно здесь увидеть? Ой, сейчас взорвусь, по-моему. Добегаюсь. Черт, не пугайте меня так, а? Ахтунг, мины. Ладно, прошли вроде бы... Ага, вот, тихо, растяжка, да, стоит? Или не кажется? Нет, ребята, мне не кажется, стоит растяжка. Интересно, ее можно же как-то обезвредить? Если я вот, например, сюда под... Ой, елки. Р, обезвредить, давайте. Полезная штука. Отлично, просто замечательно. Так, идем дальше. Главное не напороться на какую-нибудь еще очередную растяжечку здесь. Пока... Ага, вижу, вижу, ребята, еще одну. Вот она лежит, красавица. Давайте обезвреживать. Это мне очень пригодится. Так, растяжка, отлично. Ну и тут вроде бы как все. Ну, бежать нам не стоит, потому что мы можем взорваться. Будем идти аккуратненько. Ну, что здесь у нас? Тихо все. Так, мы дошли с вами до моста. На мосту вроде как никого нету. Хорошо, это нам только на руку. Надо глянуть. Ядрить его на корень. Это, считай, мы пришли на самое начало нашей игры, где мы начинали.
Ладно, хорош, Василий, давай, вставай в полный рост. Отдышка у тебя будет здоров. Что тут за костер у них? Костры горят какие-то. О-о-о-о, тихо-тихо, ребят. Я вижу, тут немцы гуляют у нас вовсю. Генератор. Надо его заминировать. Так, отлично. Ну и давайте выслеживать, где эти фраера здесь. Пока вроде... Ага, вижу, вижу одного говнюка. Ему капзда. Да как же так? Почему? Да почему я его не могу убить-то сразу? Кишечник, да? Разорвало ему. Все, началась суета. Так, ладно, ребята, давайте заляжем. Будем здесь лежать и обороняться. У нас другого выбора просто нету. Эти ветки. Так. Или все-таки мне туда подальше пройти, а, ребят, как? Не ори там. А лучше высунься и познакомься с моей винтовкой в действии. Слушайте, не хочет он выходить. Давайте мы тогда пойдем туда. И надо еще, кстати, здесь, наверное, мне взорвать эти машины. Но почему-то я их не вижу. Так, спрыгнем. Где тачки, а? Ага, вижу. Вижу одну. Где у нее бензобак? Бензобак-то где? Так, ладно. Нам, в принципе, тут осталось недалеко. 60, ну, 50, грубо говоря, метров до цели. Давайте-ка здесь пока пошимся, что у нас тут будет. Хорошего, может, что найдем? Противотанковая, кажется, мина. Кажется, собрал тут все полезное. Ух ты, вон они все где. Готов. Готов. Готов, елки-палки. Так, машину, машину, машину. Гори в аду. Так, 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 я вижу этого сосунка. Черта с два. Ух ты! Просто раздробил его там ядрени фени. Ах, хорошо, хорошо, ребята. Так, ну что же, давайте с вами дальше продвигаться. И у нас впереди цель. Где, 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 где? Тут это пенек. Какой пенек? Это фриц. И причем офицер. Черт. Черт подери, где-то здесь рядом он. Фак. А я ведь больше не уверен, что они придут сейчас сюда. Вот, мы вот отсюда будем вести, так сказать, огонь. Так, вон он. Бежит. Куда он там бежит? Куда он там разорвался? Черт, мимо, блин, ну как так? Готов, нет? Какого хера он живой-то еще, а? Получил, ублюдок. Так, и... Получи, нафиг. Голову выстрел. Так, это кто у меня там? Что за пулеметчик еще нашелся, а? Ребят. Где такой?
Олух, я его не вижу. Этого храбреца. Ладно, пойдемте выходить, наверное, вот сюда потихонечку. И он должен быть где-то здесь. Прикрой меня, я перезаряжаю, да, значит? Нужно разобраться с этим блокпостом. Василий, Ваня, мы с тобой сейчас этим и занимаемся как раз. Разбираемся с этим блокпостом. Давайте ляжем. А, бегай. Так, я вижу офицера, я вижу... также обычного солдата. Ох, прям в челюсть. Беззубый ты. Так, ну и офицер. Ах ты, чмо, смылся. Да что ж ты. Попал? Попал. Так, давайте следующего. Их тут двое. Так, давайте обыщем, наверное, трупец. А зачем ты встаешь, когда обыскиваешь? Ты что, лежа не можешь обыскать? Больше ничего. Ладно. Так. Бегает. Вижу я его, ребят. Беру на мушку. Готов. Куда ты у меня... Куда у меня ползет солдат-то, Не понял я, что это за... Глюк-лак такой. Самопроизвольно идет, ребята, представляете? Вот я отпускаю, а он идет. Так, погодите. Да что за дела-то, я не врублюсь. Почему он идет сам? По себе. Так, дайте-ка сохранюсь. Это так не дело, блин. Продолжить? Ну да, продолжить. Почему нет? Так, подождите, ребят. Может быть, это что-то с джойстиком? Да. Оказывается, у меня на джойстик упала книга. И он действовал. Так, ладно, этого сосунка я сейчас чпокну. Где он тут? Я же вижу, что ты тут где-то бегаешь. Вон он. Гнида. Рожа противная, а. Видимо, готовченко. Ха-ха-ха-ха. Неплохо. Ну, теперь идем. Подождите, у нас что? У нас задание... Блокпост, все, разобрались. Теперь немецкие контрольные пункты нам нужны. Почему-то совсем в другую сторону. И как вы мне скажете, я... А, ну ладно, вдоль побережья, хорошо. 190 метров. Ближайшее. Так, перезарядимся, пока бежим. Так, ладно. Погоди-ка, на мосту, что ли, два чубрика? Да, смотрите, там ходит у нас. Черт тебя подери. Да мне плевать, что укрытие раскрыто. Куда ты бежишь, а? На смерть свою, что ли? Вот чепушила. Готов. Даже не ори там, урод. Так, куда они бегут? Здесь больше нечего искать. Так, они бегут, по-моему, туда, где в последний раз заметили... мой след. Будем тогда здесь их поджидать.
пускай выбегают. Выходи, выходи. Это выкурить и гранату бросает. Ну что, ребята, вам? Чёртовы! Ёб твою медь, меня застрелили, ребята! Вот это жесть! С контрольной точки, естественно. Они сейчас будут меня там искать, да? А мы, наверное, сделаем чуть-чуть похитрее. Нужно найти еще патронов. О-о-о-о, граната, ёлки-палки. Надеюсь, у этих будут здесь патроны-то. Вот и все. Так, где еще один? Еще один вот валяется. Так. Чувачок подрывается там, я смотрю. Так, где-то здесь, здесь. Ну что же. Ах, вон ты где. Надо мне подлечиться, это однозначно. Вот так вот перевязочка. Шикарно. Еще один бежит. Будет где-то здесь сейчас. Вот. Черт побери. На, блин, урод. Готов. Так, шмонаем. Ну, что ты не шмонаешь-то? Так, и нам надо бежать еще 100 метров. Это мне очень пригодится. До цели. Ух ты, а это что такое за зенитка там? КПП надо ликвидировать. Ох, ё-моё. Сматывайся давай быстрее, Василий. Фига там бомбит. Ну-ка нафиг. Естественно, подлечимся, по-быренькому лечись. Хера себе, она зенитка там бомбит. Так, где винтовка? Черт, мне их не видно отсюда, а. Так, куда-то бежит, 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 бежит. Сейчас будет здесь. Ну и где ты? Так, 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 так. Вы видите его, а? Я что-то вообще его не вижу, если честно. Вон он. Да какой пенек, блин. Где он тут? Черт, меня сейчас шлепну здесь. Давай, беги, беги, беги сюда. Сейчас, тут шарль. Нормуль? Понравилось, урод? Давайте его обшмонаем. Слушайте, меня вот та зенитка вообще смущает. Охренеть. Думаю, я собрал все, что мог. Как мне ее ликвидировать? Вот в чем вопрос. Так, она где-то здесь прямо. Почти, почти добежал. И
Или это танк? Или что это вообще такое, не пойму. О! Ого-го, ребята, это танки. И как мне его, блин, бомбануть? Как мне его бомбануть, ребята? Так, мне нужно как-то переключиться. Так, это что у нас такое? Может быть, гранатой? Получится, нет, гранаты? Похоже, что нифига граната не срабатывает здесь. Хорош там свистеть, свистун. Орудийная башня, ишь ты. О-о-о-о-о, тихо, тихо, тихо. Сейчас бомбанул бы. Мало не показалось. Да заткнись там, свистун хренов. Вон они все там бегают. Как мне интересно эту башню подбить, а, ребят? У них же, по идее, там должно быть отверстие, откуда они смотрят. И туда, если попасть, то, в принципе... А где оно, это отверстие? Вот оно. Ну, развернись, развернись. Черт подери, поворачивайся ко мне. Не хочет ни хрена. Ну, этого мы уберем, ребята, это однозначно. Хо-хо-хоу. Шикарно. Куда ты там побежал, а, олух? Так, мне надо вот здесь вот как-то с этой штукой разобраться. Готов? Нет? Ну, сдохнет, короче, от кровопотери. Да ё-моё, ну... Поворачивайся на меня. Все, похоже... Нет, не все. Обрадовался. Ну, поворачивайся давай на меня. Специально, да? Что мне тут за задание? Обеспечить безопасность контрольной точки. Куда я в дерево-то? Ёп! Твою медь, вот это да, вот это бомбанули. Так, нафиг, надо отсюда сматываться. Ребят, это не дело. И уже вот отсюда где-то будем с вами обороняться. Давайте поднимемся повыше маленько. Вот так. Блин, я подняться-то не могу. Как бы мне, блин...
Как я уже забыл переключаться-то между этими видами гранат там всяких. Ну-ка, ну-ка. Так, тихо, тихо, смотри, шоркается здесь. Что вы там расстрелялись, уроды? Я уже забыл просто как... Ага, вот. Давай, беги сюда, беги. Да, получи, придурок. И остался тут командирушка. Так, нафиг, надо сматываться. Ух, так, дальше ищем, как нам применить с вами. В данный момент я нашел только какую-то ракетницу, она мне нафиг не нужна. Вот, аптечка, подлечимся. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Нида, ты че, блин? Нужны патроны. Так, готов. А где этот второй сморчок? Где-то здесь, вот он. Нет боеприпасов, ну ты малорик. Вот и конец блокпосту. Блокпосту-то может быть конец. Нам нужно еще с тобой... Тихо, тихо, тихо. Наводчика убить. Что он тут творит, а? Вы посмотрите. Он меня видит. Так, давайте возьмем винтовочку. Так, ты здесь у нас. Ну вот и все. Охренеть, я тут, блин, шумиху сделал. Так, очередная цель у нас где? Вот здесь. Уничтожьте транспортный склад нацистов. Замечательное задание. Мы сейчас туда с вами и отправимся. Так, это походу дело какая-то деревушка очередная. Слышу, их не застолье здесь. Веселятся гады. Ну что ж, придется их веселье прервать. Что у нас тут, палатки? Вроде пока все тихо. Где-то стоит машина, и они возле машины все крутятся. Это явно где-то наверху, на горе, на пригорке. А нам с вами надо глянуть, что здесь лежит. Давайте-ка проверим, что тут хорошего для нас найдет. Так, тихо, патруль что ли идет? Думаю, как-то? Я собрал все, что мог. Патроны почти закончились. Да пускай вообще-то бегут туда. Че, буду за ними бегать, да, ребят? Патроны почти на нуле. Нам нужно... здесь разбираться. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, не буянь. Все будем делать особенно тихо. Куда они там двигаются, не могу понять. Идет поиск врага. Это они меня, что ли, там ищут?
Так, ребятушки, вижу одного. Вот так вот. Тихо, 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 тихо. Да у меня патроны на исходе. Да мне плевать, что патроны на исходе. Да, 8 патронов. Патронов надолго не хватит. В пистолете тоже не айс. Тихо нафиг. Где у меня, блин, граната? Патроны заканчиваются. Тихо, 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 тихо. Бежит, куда-то сюда бежит. Да ну, чё за фигня? Это что сейчас такое было? Я не понял. Так, давай срочно лечиться, лечиться. Перевязываемся нафиг. Херею, блин, с этого дурдома. Лучше чмо вонючее. Как ты меня бесишь. Фрицы. Так, не убил. Но это вот так сейчас сигану, блин. Что, что, что? Куда побежал, сыкло? Натурально. Поднимем документы. Так, аптечка, это хорошо. Будет у нас еще одна аптечка. Так, ну что, там остался у нас один. О-о-о, ты что, подкреплен, что ли, едет? Ядрить его, ну... Да что там бомбит? Зенитка, что ли, какая-то? Так, давайте здесь заберем все. Аптечка. Готов. Отлично. Фух. Так, погоди, что-то едет, что ли, мне кажется. Погоди-ка, ух, ё-моё, нифига там. Это что там за бронетранспортер проехал? Точно какой-то броневик, ребят, смотрите. Так, и что я могу? Могу сделать, знаете что, ребят? Мина, где у меня мина? Давайте вот так вот сделаем. Он где-то здесь ездит. Ну, я надеюсь, что сработает. Так, ну, а мы с вами двигаемся дальше. Оу-оу-оу-оу. Выбежал, там стоит же хмырь, смотрите. Прям вот где-то здесь вот он стоит и радуется. Сейчас у меня там порешь, сволочь. Что, пропалил меня? Да, пропалил, ребята, как ни странно. На, гад. Получи, блин. Ну, а теперь давайте взрывать тачки. Наверное, отсюда враг осуществляет снабжение войск. Надо уничтожить.
Я об этом же. Ваня, надо тут все нафиг уничтожать. Обожаю взрывать тачки эти. Немецкие, к тому же. Ну-ка, дай-ка. Бум! Шикарно. Ну что же, осталась еще одна машина. Вот она. Пока. Это должно облегчить жизнь сопротивления. Да, жизнь должна облегчить. Но тут, смотрите, очень много бежит уродов. Что? Что ты там орешь, блин? Так, надо их добить. Обязательно добить, ребята. На нафиг. Готов. Так. Все, отлично. Погоди-ка, тут еще жив. Убьем его. Вот так. И теперь обшмонаем. Это мне очень пригодится. Не сомневаюсь. Так, два патрона к винтовке. Все, и еще один тут валяется. Так, 7 патронов к пистолету-пулемету. Все. Так, ребят, следующее задание у нас будет: уничтожьте машину. Погнали. Будем ее уничтожать. Они, в принципе, все здесь рядышком, как я посмотрю. Что только там за машину, вот это мне интересно знать. Тихо, 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 тихо. Не надо нам вот эти вот сердцебиения. Учащенные. Так, 140. Грузовик возит боеприпасы. Больше не будет. Бронемашина натворит немало бед. Надо с ней разобраться. А вот как? В принципе, есть одна задумка. Она здесь ездит, да, по этому пути? Значит, здесь мы и установим, ребята, с вами мину. Ну, если она, конечно, не взорвется там, где я установил. Так, давайте-ка вот сюда влепим. Так. Опа, снайпер. Там снайпер палит. Должен попасть. Опа. Да высматривался, ребят. Все. Готов. Двигаемся далее. Так, подождите, где у нас там цель-то? Не понял, уничтожите машину. Блин, этот броневик, что ли, надо уничтожить, оказывается, было, а? Ладно. Пойдемте его. Так, он, по-моему, возвращается, да? Давайте-ка еще сюда одну минку влепим. Хотя зачем? Сейчас он взорвется, ребят. Да тихо ты! Так, ну что, где он там? Пропаливает нас. Как его уничтожить, а?
Давайте попробуем еще сюда поставить взрывчатку. Так. Куда он там? Дальше поехал, да? Взорвался, нет? Какого херуса? Ребят, ему похрен было, что я там ставил. Представляете? Так, ладно, сделаем тогда по-другому маленько. Так. Давайте тогда еще одну здесь. И еще одну здесь. Так, что у меня еще есть? Так, надо глянуть. Так, аптечка. Ага, вот это еще есть. Такая растяжка. Ну, давайте еще такую сделаем. Вот так вот. Отлично. Все. Блин, ну если он через это все проедет, то это будет жесть, ребят. Так, куда бы нам спрятаться-то, а? Куда бы спрятаться, блин? Никуда тут не спрячешься. Вот здесь вот заляжем с вами. Едет он, нет? Так, ну дистанция уменьшается, значит едет. А мы с вами вот здесь вот, наверное, заляжем и будем выжидать, что у нас из этого получится. Так, едет, едет потихоньку. Ну, взрывайся ты, гад. Все, что ли? Так, погоди-ка, погоди-ка. Так, он не может ехать, да, ребята? Значит, мы можем... В принципе, спокойно его здесь заминировать. Пока, гуманоид. Ща рванет. Одной заботы меньше для партизан. Отлично, ребята. Так, ну а у нас следующее задание. Уничтожить тайник. Поехали. Слушайте, ну, насчет уничтожить тайника, я думаю, мы с вами уже в следующей серии продолжим. Ну, а на этом пока все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, ребят.